Федя Забалуев говорит, что нам есть на что посмотреть, так что, друзья, встречаем его аплодисментами. Сонов Петр! Ладно, идти. Хотел спаром. Здорово. В лучших традициях Федя Забалуев его. Ты его тренируешь, что ли, Федя? Трёха тэпчик. Всё чётко, без лишних сил движений. Здорово. Баспин на тэп. И ещё на баспин. Здорово! Воп-воп-воп-воп! Да, не каждый день встретишь такое катание от наших аматеров. Ванейти на бар, здорово! Ну, верни, бар был в паузе как раз. Попытка, наверное, Мэнула на Ванейти в старт с нашей флайпокс. Блин, попытка стейл-вип, а я все думал, возьмет, не возьмет, и действительно, хочет, хочет. Мэнул на Ванейти в старт, ой, здорово, ой, как приятно наблюдать за тобой, Петя. Ребята, лучники, давайте как следует поаплодируем, потому что у Пети осталось время на заключительный трюк. И я думаю, что в его арсенальчике таковой имеется. Зрители, вы хотите от Пети получить крутой трючок? Давай, Петя, это спешл для тебя.